По словам руководства МЧС и судей соревнований, основные трудности команды испытывали на этапе спасения людей. Изображавший человека манекен то запутался в тросах, то застревал в спасательном рукаве. Это связано с неудобными габаритами манекена, объяснили спасатели. С людьми такое вряд ли может произойти. В ходе соревнований судьи отметили слаженность пожарной команды из Энгельса. Победитель областного этапа соревнований будет представлять Саратовскую область на аналогичном турнире в Приволжском федеральном округе.